Там Чика, видели на сцене? А, маленький, маленький сосед. Сосед. Надо найти 6 порталов. Ого! Поверх, ай, сосед, беги! Мама, иди сюда! О, сосед нам квест приготовил. Квест? Валерий, я на море хочу. На тебе портал, иди на море. Серьезно? Я на 5 минут буквально? Иди, давай. Спасибо. Ура, я на море! Мам, портал закрывается. Куда портал исчез? Не знаю, что-то сломалось. Почему-то палочка волшебная не работает. Открой, пожалуйста. Я ведь не просто в пижаме. Я в носках. Я попробую открыть тебе портал. Где же портал? О, фух, ура. Фух, я могла там застрять на море. Привет. Привет, ребята, у нас сегодня квест-челлендж с соседом. Мы с соседом отправляемся за поисками приключений. Нам надо найти 6 порталов. Ого! Да, и нам надо собрать 6 пасхальных яиц. О, вот найти 6 порталов. Кажется, найти. Корзиночку возьмем. Смотрите, пока сосед... нужно. Смотрите, пока сосед наш уехал в пиццерию, смотрите, он к Фредди поехал. Фредди пиццерия. Да, он отправился в пиццерию. Да. И пока он здесь, я надеюсь, мы успеем пройти квест. Вот, смотрите. Да. Привет, да. Ты а его привез. Ты его привез к этому, к Фредди Чи. Гляньте, там Чика. Видели на сцене? Маленький сосед. Так, ребята, ну мы отправляемся в дом соседа. Нам найти портал надо. И собрать 6 пасхальных яиц. Всех с праздником, кстати. Ну что, готовы? Да. Давайте посмотрим, где у нас портал. Я открываю дверь, захожу. Что там ты видишь? А, смотри, давай наверх. Давай попробуем. На второй этаж проникнуть. Давай сюда. Начнем. Беги скорее, открывай эту дверь. Ключ. Что ты видишь? Есть. Нам нужен наверх, рукоятку, наверное. Рукоятку отодвинул. Что она поменяла? Не знаю. Давай наверх беги. Этаж. А вот сосед, осторожно, он тебя увидел. Так, беги вниз. Манекены. Тикай. Бегу. Смотрите, осторожно. А может быть тебе надо вправо? Попробуй сюда. Сейчас попробую. Сосед, вправо. Осторожнее. Нет, он внизу остался. А подождите, так, нет. Вон есть. Он бегает за тобой. Быстро. Давай убегай скорее. Туда. Лес, забор. Давай через, давай рычаг открывай. Да. Это электричество. Где же найти нам портал? Давай где сюда, найти? В эту дверь. Да. Посмотрим. Магнитофон. Ой, вот, ключ бери. Прямо к этой двери, захожу. Так, давай посмотрим, что там. Что? Вон сосед, осторожнее. Вот так. Эта дверь была плохая. Давай тогда плохая. Через левую заново. Сторону. Погнали наверх. Давай, погнали сосед опять. Что такое? Он тебя опять поймал. Да. Попробуй. Нет, не пробуй. Камеры. Он тебя по камерам вычисляет. Конечно. Отключай камеру. Отключаю. Давай я выбрасываю уже эту камеру. Вон, он тебя видит. Не стой. Не попал. Но мы нашли портал. Еще один портал, супер. Ребята. Супер. Так, теперь наша миссия с вами найти яйца пасхальные. Не знаю, давайте в машине цыплята. Посмотрим. Давайте в багажнике. Нам не засчитывать. Вот оно. Да, наше первое пасхальное яйцо. Ну, засчитайте нам. Бери. Все. Да, взял. Все. Отлично, нам пошли засчитали. Дальше. Так. Пошли дальше. Нам надо найти теперь следующий портал. Да. Где он может быть? Валеричка, ты не знаешь? На верхнем этаже, мне кажется. Осторожно, сосед. Ой, тихо. Беги скорее. Не знаю, куда бежать. Давай сюда. Забегай в эту дверь. На угол, коробка. Так. Где? Ну, где? В окно. Давай в окно. Хожу в окно. Леонтий, здесь вот эта могилка, помните, где... Да. Там кто-то... Да. Там, я наверное, помню. Тоже что-то спрятано. Голубой ключ нужен. Карточку бери. Карточка красная. А но куда? Ключ нужен голубой. А зачем нам карточка, кстати? Вон рычаг какой-то. Рычаг. Отключай. Он поменяет что-то, да. Давай смотреть, что происходит. А может быть, эта дверь откроется? Ничего не происходит. Так, давай сюда, беги наверх скорее. Бегу. Да. Так, нет, дверь, спальня. Подожди, спальня. прячься тут скорее. Ничего не может быть. Вон ключ! Вот за картиной круто! Ключ был. Тихо! Это та тихо. Серебристая дверь. Тихо, сиди под кроватью. Под кроватью сиди, вон он, сосед! Прятался, вон он! Класс, ты под кроватью. Беги теперь, бегу, скорее! Вниз беги! Бегу! Так, осторожно. Так, у меня от машины ключ или от комнаты? Не есть. Знаю, вот, от машины! От машины, точно. От багажника! Давай, открывай! Есть, открыл, взял, что там? Не пистолет? Знаю. Нет, это магнит! Это магнит! Он тебе нужен. И для где того... была серебристая дверь? Вот она. Давай сюда. Стрелка так, направо. Школа. Подожди, а там в ящике нет ключа? Стрелка направо. Нужно бежать направо. Ключ. Посмотри, там ключ, по-моему. Да. Этим ключом я открыл уже дверь. Он мне не нужен уже. Да? Тогда что, нам направо надо бежать? Да.
Беги вот, направо. Голубой ключ. Да, он тебе откроет следующий портал. Так, дальше побежал. Помидор, где он? Сосед. Где он? Сосед тебя нашел. Беги вправо, вправо. Опять спальня. Вон он тебя, он тебя не... Беги вон, скорее. Ты нашел портал. Это новый портал. Так, нам надо собрать второе яйцо пасхальное. Какие варианты? Где оно может быть? О, сосед, заяц. Пасхальный заяц, вы видели? Даже здесь он меня догоняет. Да, беги скорее, иначе он тебя не разберет. Так, лодка, пруд. Может быть, он охраняет эти яйца, чтобы ты не собрал? В этой машине. На качелях? Нет. А где еще яичко следующее? Нужно бежать в палатку. А ты смотрел по коробкам? Палатки. Может быть... Да. Ой, смотрите, ты. Так, давай вот сюда в палатку беги. Бегу. Или знаешь куда? Бегу. Эти ящики, мне кажется, они подозрительные. Вот здесь справа, видишь, сзади? Так он за мной гонится, как убегай. Я могу проверить? Я не знаю, успею. Просто текай от него. Убегай от него. Прячься, прячься. Вообще. Прячься налево, налево беги. Вот все, подожди. Он меня посадил. Вон оно было. Нет, было оно. Сосед не дал тебе найти второе яйцо. Давай быстро, пока соседа нет. Сейчас я возьму его. Вон слева. Вон оно, да. Вот, второе яйцо. Да. Отлично, мы нашли второе яйцо пасхальное. Я думаю, поехали у вас, ребята, дальше. Тоже много пасхальных яиц дома. У кого есть сейчас яйца пасхальные, ставьте свои лайки. Так, а мы с вами отправляемся искать нужно третий подниматься портал. Подниматься на этажи, да. Да, кто знает, где он может быть? Ключ какие мне варианты? Уже не нужен, я выкинул его, поехали дальше. Кстати, наверх, ай, быстро, сосед, быстро. Беги! О, не успел. Кстати, нет портала еще почему-то. Раз. Ладно, давайте сосед тогда еще раз. Он находится в тех местах, где портал. Вот он опять бегу, он же специально закрывает быстро. Тебе. Вот ключ есть, нет. Был ключ от двери, ребята. Давай попробуем через верх. Потому что сосед, осторожно. Если манекеном его кинуть. Нет, не получится. Давай через другую сторону, может, пройдем. Давай, через вот. Дверь, давайте да, попробуем. Давай через крышу. Может давайте быть... залазю. А, где же нам найти следующий портал? Вот так. Он есть, ключ. Посмотри в ящиках. Да. Вон еще вон, ключ. Вон серый ключик. Серый. Подождите, гляньте, сколько свечек здесь вокруг. А, открывай дверь. Захожу. А попробуй. Так нет, я подожди. Был тут. А давай бегай. Вот рычаг. Свет. Да-да-да, вон там ключ, смотрите. А, вон он да, уже да, ключ. Да-да, синий. Ты достанешь ребята, его? Ребята, я его вижу. Доставай, прыгай, быстрее, да. Быстрее, быстрее. Прыгаю, прыгаю, магнитом. Опа, есть. Молодец. Пошел. Все, давай, отлично. Давай, давай. Где следующий портал, ты не знаешь? Нет. Вот, я смотри. Да, вот. Есть. Молодцы. Открылся. Так, нам надо третье яйцо третье пасхальное. Третье яйцо нужно найти. Быстро, где? Быстро. В ящиках проверяли? Давайте никто ящики не проверим. Гонится. Нет, никто не гонится. Ящик, вон, подожди. Вон да. Оно, розовое яйцо. Три, да. Есть, супер. Три, шести. Ты молодец, ты нашел три яйца уже. Нам еще три осталось. Ой, смотрите, бежит заяц, сосед. Убегай от него. Давай вправо. А, давай глянем машину. Я не знаю, он меня догоняет. Куда мне бежать вообще? Вправо убегай. За деревья, убегай. В лес. Да. Может быть, я походу, да, походу побегачу яйцо найду. Спрячься за дерево. Может быть, там постоит. За какой дерево? Нет! Бежит, да! За машину! За машину! Спрячься. Нет, за машину! Нужно просто его опережать и бежать да, быстрее. Да, да, дальше. Да, да. Просто убегай от него. Убегать дальше. Вот, кстати, там... Ай, нет, он тебя поймал. Пока ладно. Я ищу яйца, он меня ловит. Я да, не могу бежать, да. Как он. Ну ничего, мы... А гляньте, наверху дом какой-то да. Был вверх. Может, там тоже яйца спрятаны? Почему в ящике яйца? Да! Yes! Четыре ребята, яйца. Ребята, мы нашли четыре яйца. Так, четыре яйца. Ну, портал, только не закрывайся, пожалуйста. Дай нам найти пятое яйцо. Так. Так, где оно? Ищем где пятое? Яйцо. Нет, портал закрылся. Нам заново начинаем. Нам надо найти еще один раз портал. Так, голубой ключ у меня уже есть. Где он еще может быть? Я бегу, разбиваем окно, запрыгиваем. Раз. Он может быть вверх. Нет, вот ключ. Подожди, открывай, открывай эту дверь. Да, есть. Так, соседа нет? Тихо, музыка. Нет, соседа, все, спокойно, аккуратненько посмотри. Может быть, портал наверху? Может, кресло откинуть? Да, открыл. Что там мы нашли? Ключики? А, это лом. Ломик. Я взял лом, это он. Подождите, это не для домика случайно ломик? Помните, у нас... Все время, когда мы находим да. Лом, мы потом находим домик. А ну давайте поищем. Да. А вот открывай эту дверь. Ей. Подожди, а ну глянь. Так. Подождите, а если мы пойдем наверх? Давай наверх. А ну давайте попробуй зайти через эту дверь. А, там нет. Будет, может быть, маленький нет. Домик? Да, возможно. Потому что у нас появился ломик в руках. Домик, точно. Давай, так, смотрим. А, телевизор. А ты был в этой двери? Нет, а ну посмотри, что там. Не был. Так, что здесь еще есть? Книжка. А, что еще? Куда идем? Что наверху? А что это такое? Ключ я маленький. Ключ магнитом забрал. Это, вот она вот, дверка. Лом, лом, ребята, лом все, вот здесь. Все, супер. Да. Нам надо теперь только серый ключ давай, еще давай, найти. Давай, давай, давай. Гвоздь я так, открываю, все, отлично. Захожу. А, но нам не хватает одного серый ключа. Был ключ. Захожу. А где мы его потеряли?
Нам нужен ключ. Где какой? Взять еще один ключ? Серый. Так смотри. Мы уже серый. Запрыгивать, да, вот он домик. Вот ключ маленький, розовый. Да, смотрите. Так, что там происходит? А карточка и женщина девочка. Плачет. Нет, там кукла. Девочка? Это кукла девочки. Да. Видела, Валерий? Это была куколка. Вот, вот зашел, карта тех... Мужик, да. Есть. Последний портал, ребята. Нам надо 2 яйца собрать, скорее. Всего лишь 2. А, ты здесь проверял ящики? Вот оно! Пятое. Ребята, розовое полосатое. Последнее яйцо. Отлично! Где его найти? Кто видел? Тихо-тихо, сосед! Сосед, пасхальный догоняет! Пасхальный заяц за тобой опять бегает! Не догоняет! Быстрее убегай! Убегаю в пруд! Не если я спрячусь в пруд! Вот оно, в пруд! Вот оно в пруду, оказывается, было, ребята! Серьезно? Да. Кто а мог ну еще раз! А кто ну... мог... Кто мог догадаться, что в пруду будет последнее яйцо? Ну, сосед наш догоняет, быстрее. Прыгай! Прыгай! Ну, вот оно! 6! Да! 6 из 6, ребята! Мы прошли квест от соседа, да, где мы нашли все 6 пасхальных яиц. Ребята, встречаемся. В следующей серии. Кому понравилась серия, не забудьте подписаться на наш канал Валеришка Сим. А также у нас есть второй канал Валеришка Гейм. Так что не путайте, подписывайтесь на 2 канала, чтобы не потеряться. Вы у нас самые лучшие, мы вас очень любим. Всех с праздником еще раз. Пока-пока. Классно, мы нашли.